Сарирам Басубигьянам Карма Гунан Асуно Гурвартидхаре Джасту Шасишчо Нойтара Сритаха. Сарирам Басубигьянам Карма Гунан Асуно Гурвартидхаре Джасту Шасишчо Нейтара Сритаха. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. A man without submission unto the lotus feet of pure Guru Vaishnava, Sadguru, he is just like an animal, beast. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, a man without having perfect submission unto the lotus feet of Sadguru Vaishnava, is just like a beast, animal. Шрила Прабхупада сказал, что человек, который не предался лотосным стопам Гуру и Вайшнавов, он подобен животному. В Пурушоттам Даме немного ранее я говорил о том, что все наши действия, то, куда мы смотрим, то, что мы слышим, о чем мы говорим и что делаем, все наши действия, они должны быть, должны находиться под контролем нашей Гурварги. Мы не всегда можем понять то, о чем я, о том, что это значит. А значит, это то, что все наши тонкие органы чувств, все наши органы чувств, все. Не только это, наш ум также, то, что мы думаем, все должно находиться под контролем Гуру и Вайшнавов. И в этом случае вы сможете избавиться от влияния Майи. Нашими личными усилиями, попытками мы не можем избавиться от влияния Майи. И поэтому в киртане, в киртанах наша Гурварга говорит такие слова. Никто не может бросить вызов Майе. Даже Шанкара, тот Шива, который победил смерть, тот, кто победил вожделение, даже он не может бросить вызов Майе. Я уже говорил, как в случае с Махини Аватары, Шанкар Бхагаван, он хотел видеть все лилы Господа, и это тоже он хотел видеть, и что в итоге случилось, было доказано, что то, что говорит Бхагаван Шри Кришна в Гите, вот эти слова. Никто не может бросить вызов Майе, но те, кто принимают прибежище у Верховного Господа, они могут преодолеть Майю. Но я уже говорил, что прямо принять прибежище у Верховного Господа невозможно. Нет такого пути. Мы должны делать это через Гуру и Вайшнавов. Мы должны принять прибежище у представителей Верховного Господа, у чистых Гуру и Вайшнавов, поскольку прямо невозможно принять прибежище у Верховного Господа. Почему я начал с этой шлоки? Те, кто... Те, у кого нету совершенной преданности лотосным стопам Садгуру, Вайшнавов, они подобны животным. Почему я говорю так? Шрила Прабхупад говорит об этом. Те, кто животные, у них нету контроля над своими органами чувств.
Также те обычные люди, которые полны вожделения, полны майи, точнее, они не могут контролировать свои органы чувств. Они даже более опасны, чем животные, поскольку животные, если они голодные, например, они могут напасть на кого-то и убить это животное, но люди более свирепы. Поскольку греховные и благочестивые поступки, они совершаются только людьми, а животные просто движимы своими инстинктами и ничем больше. Та шлока, с которой я начал, она очень важна. Я говорил о Рамануджачарье, о Татвасе, его Татвасиданте. Рамануджачарья, он... Рамануджачарья, он даже принимал Куреша как своего гуру. Почему? Я не говорю. В их парампаре говорится, что Рамануджа значит Рамануджа. Рамануджа значит младший. Это значит Лакшман. Но никто не знает о Куреше. Куреш он Раманса. Он буквально, как сказать, воплощение силы Рамы. И Рамануджачарья думал, что если Куреш он способен на такое служение, то он мой гуру. В садгуру парампаре нету никакого отклонения. Они все настоящие садгуру воспринимают своих учеников как своих гуру. Они думают, что это не мои ученики, они мои гуру. Это такое мировосприятие садгуру татвы. То есть они видят своих учеников как своих гуру, как свою гуру-варгу. Почему? Я говорю об этом снова и снова, о том, что сказал нам Шрила Прабхупад. Вот эти слова. У нас должно быть полное уважение к Вайшнаве Пратиште. А обычная Пратиште, она может сделать нас животным. Или я могу сказать даже больше, это материальная Пратиште, она может опустить нас до уровня, который ниже животных, поскольку животные, они только делают все согласно своим инстинктам, они не могут принести какие-то проблемы нам. И можно от тигров, например, защититься как-то или от прочих животных, но от людей невозможно защититься, поскольку люди разумны, они могут, если какой-то, то есть если люди жестокие, они их... И случается, что человечность, она деградирует. И до какого уровня может деградировать человечность? До того уровня, который ниже, чем животные. Поскольку люди, они могут...
принести гораздо больше вреда, чем даже самые свирепые животные. И поэтому на 100% я уверен, что это Сиддханта, она совершенно. И вот в этой шлоке говорится, что и вот никто, никакой другой ачарья во всех вселенных, кроме Шрилы Прабхупады, не может так научно описать то, что говорит нам Шрила Прабхупад. И Шрила Прабхупад сказал, если вы потеряете уважение к Вайшнаве Пратиште, тогда вы попадете в ад. И нет сомнений в этом. Иногда под именем Вайшнаве Пратиште мы очень умны, мы хотим. Что мы можем... И часто можно видеть, что те, кто служат Гуруварге, те, кто служит гуру, можно но смысл в том, что в настоящее время таких, как Куреш или как Кешав Госвами Махарадж, которые готовы отдать свою жизнь ради Гурудева, это очень, очень редкие случаи. А те, кто готовы пожертвовать свою жизнь и все, что у них есть ради Гуру Вайшнава, все, что у них есть, образование, какое-то собственное богатство и, или просто время, все, что они... И все. Если такой человек, он все посвящает Гурудеву, то будьте уверены, он, несомненно, станет успешным, но такие случаи не очень и очень редки. И вот смысл в том, что многие хотят использовать Гуру Вайшнаву ради своих корыстных целей. Некоторые служат Вайшнавам только для того, чтобы... чтобы люди видели, что они служат этим вайшнавам, и потом эти так называемые, так называемые... Но смысл в том, что некоторые так называемые севаки, слуги какого-то определенного гуру, например, Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, они служат им на показ, чтобы потом впоследствии пользоваться уважением людей, ссылаясь на то, что они служили вот такому-то великому вайшнаву какое-то время. И такие люди, они хотят получить какой-то результат за свое служение, подобно пенсии, что они служили какое-то время своему Гуру Махараджу, теперь им должны после, так сказать, ухода Гурудева, всю оставшуюся жизнь должны им платить пенсию за такое служение. Я извиняюсь, но так происходит сейчас. Без корыстного служения сейчас практически никто не хочет совершать, и это очень опасно. Почему я начал говорить с этого? Сегодня день ухода великого саду того, кто не отличен от моего Гурудева, Шрилы Бхакти Даити Мадхава Госвами Махараджа.
Гуру Падма, он очень любил его всем сердцем за его характер, за его поведение, он был совершенством. И почему я говорил вот эти вещи, для, эти предваряющие вещи, чтобы... Это буквально предисловие, то, что я говорил раньше. И вот Куреш, он так много вайшнави пратишти получил, что если даже капля такой пратишти, она придет к нам, мы не сможем ее переварить, принять и переварить. Но Куреш смог, поскольку он все делал для Гурудева. И вайшнави пратишти значит, что любая пратишта, любая слава, любое уважение, которое приходит ко мне, вы можете проверить, если вы не верите. Вся пратишта, все, которое приходит к Гуру Варге, она не задевает их сердца, и поэтому она зовется вайшнави пратишта. И чуть раньше, на день явления Шрилы Прабхупады в Пурушоттам Даме, я говорил о том, что те, кто настоящие совершенные гаудии, они никогда не ожидают, те настоящие гаудии, наши гурварга, преданные гаудии, они никогда не надеются точнее, они никогда не гордятся теми качествами, которые у них есть. И это одно из главных, основных качеств вайшнавизма. Весь мир может поклоняться нам. Я видел, какой возвышенной жизнью живет Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Мне стыдно было называться его учеником. И вот когда было столетие его явления, я был занят в служении, я редактировал 4 журнала на разных языках, и я был опаздывал на эту Вьясапуджу, столетие явления Шрилы Гурудева. И так или иначе, я обнаружил в тот день, что весь мир, даже ученики Шрилы Бхактиданты Свами Махараджа, все приходили предложить гирлянду Шрилы Бхакти Прамоду Пури Госвами Махараджу. Я это все видел. Гуру Махарадж, он сидел, опустив голову подобно вору, что они поклоняются мне, и плакал. Почему они поклоняются мне? Он думал так, я видел своими глазами, он плакал на эту Вьясапуджу. Он не хотел, чтобы весь мир поклонялся ему. Я видел это в тот день, такой яркий пример. Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. Я хочу сказать о его славе. Но перед этим я хочу сказать о дне явления Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Никто не знал, когда день его явления. Только Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он открыл, обнаружил, узнал о его дне явления, и с тех пор начали отмечать его день явления. До этого Шрила Пури Махарадж очень скромно отмечал свой день своего явления. Он ходил к Парамахамса Махараджа, только к ученику Шрилы Прабхупады, предлагал ему гирлянду, какие-то пожертвования, и просил его благословения в день его рождения, своего рождения. И такое смирение, какое было у Шрилы Пури Госвами Махараджа, очень и очень редко.
Я всегда предупреждаю себя, что нужно быть очень осторожным, ни в коем случае не обманывать весь мир. И поэтому, Вайшнава Пратиштха, пытайтесь понять, что это, и тогда вы поймете жизнь и славу Шилы Бхакти Дайта Мадхава Гусая Махараджа. Вайшнава Пратиштха значит, что любое уважение, слава, почет, которое приходит к вам, оно не коснется вашего сердца. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж, он был очень смирен. И он только отдавал эту пратишку другим. Он передавал ее другим. Он просил милости у всех. И поэтому я начал с этой шлоки, что явление Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура, что те настоящие гаудии, возвышенные гаудии, они никогда не пытаются заявлять о каких-либо они не гордятся никакими особыми качествами, которые у них есть. Но вся наша гурвага, у них у всех есть какие-то особые замечательные качества, но они никогда не гордятся этими качествами. Махарадж, он был очень умен, он, Айта Махарадж говорит, просил Бхактивиданту Свая Махараджа, что Бхактивиданта Свая Махарадж, он был единственный, кто проповедовал так широко, я хочу обнять его лотосные стопы. У него есть такая особенность, и можно найти Парампуджапад Бхакти Праган Кешава Госвами Махарадж, у него своя особенность. Их нельзя как-то, как сказать, то есть они все такие великие ученики Шрилы Прабхупады, у них у всех есть свои особенности. И если мы видим, если они в чем-то не совпадают внешне, то нужно подойти к возвышенному Вайшнаву, который получил милость нашей Гурварги, и он покажет вам гармонию в этих различиях. Он покажет, как можно найти гармонию в случае с Шрилой Бхакти Хридой Бондой Госвами Махараджами, Шрилой Бхакти Веданты Свами Махараджами или Шрилой Бхакти Ракшак Сиддхартхой Госвами Махараджами или Шрилой Кешавой Госвами Махараджами. Это очень такая тонкая техника. А если вы находитесь в майе, вы не можете найти никакой гармонии, только можете спорить, что то не так и это не так. He cannot go for fighting, because he can find a Guru Tattva original, there is one and single, undivided Guru Tattva, unique Guru Tattva. He cannot feel, only he is making some politics, divisive attitude. Oh, yeah. This kind of divisive attitude putting all us in problem. We cannot go ahead. Если мы не будем видеть гармонии между такими великими садгуру, то тогда мы не сможем совершать баджан. Внешне у нашей гурварги можно найти какие-то отличия, но онтологически они едины. И, так или иначе, я думаю, вы сейчас поняли, что такое Вайшнави Пратиштха. Если вы
будете избегать вайшнава пратишчи, то можете попасть в ад, и это очень опасно. Если... Коро уччасваре харинам рава. Седути котха гулана сарвотха. И вот в этой пойме, кто такой вайшнав, написанное Шрилы Прабхупадой, то говорятся такие слова. И Махарадж рекомендует сначала нужно изучать бенгали, а потом санскрит, либо параллельно, поскольку бенгали, он более близок к санскриту. Большинство языков, они из санскрита происходят, хинди также. Но так или иначе, Шрила Прабхупада, он говорит в этой поэме, кто такой вайшнав. That two words you should not forget in your whole life, and you will have to shout, Jai Krishna Chaitanya, Karo Uccha Sare Hari Namra, Hare Шрила Прабхупад говорит, что мы никогда не должны забывать имена Шри Кришны Чайтаньи. Мы должны всегда взывать к ним, и майя тогда не сможет затронуть нас. И что в этой шлоке значит, что какие же два слова мы не должны забывать всю свою жизнь? Многие преданные спрашивают меня, какие же эти два слова? Я говорил, какие же те слова, которые до этой строки, то есть тот совет, который дал Махапрабху Санатана Госвами. И мы не должны забывать это. Гурупад Падма говорил, что те, кто не изучают Санатана Шикшу под руководством чистых гуру вайшнавов, то всю свою жизнь, то они не смогут продвигаться в баджане, это опасно. Махапрабху хотел дать нам точное учение. Санатана Шикша. Санатана Шикша, она для всех нас обусловленных душ. Если мы, изучив эту Санатана Шикшу, Шикшаштаку, Падишамриту, Манашикшу, мы таким образом построили построили крепкий фундамент нашей духовной жизни, то тогда никто не может сбить нас с духовного пути. Эти два слова мы не должны... То есть, что мы не должны забывать вот эти слова. Это самбандхагьяна. You can go to Valamsabhu. You cannot discover this artha. Many, many senior devotees putting question. I say, I don't know actually, I can concentrate my mind and do lotus feet of Guru Varga. Maybe I can get some money at this money. Oh Prabhu, you are my property, I am your property. In between, I don't know, no interest. They are like Prahlad Maharaj speaking. Prabhu, I have no interest with you. I am not businessman, so that I am going to serve you and in return I like to get something. Prabhu, excuse me. То есть мы должны служить Господу без какой-либо корости, без ожидания получить что-то взамен. Prabhu, excuse me. You come in front of me, blessing me.
What all more I can ask from you? No, actually I am coming in front of you. I am Bharadhar Sabha. Bharadhar Rishabha. Bharadhar Sabha means in Sanskrit. Bharadhar plus Rishabha Sandhi. Split up. How to split a sound? Bharadhar Rishabha. Rishabha. Rishabha means topmost. You are topmost of all benedictor. Those who are going to benedict, give benediction, you are topmost. Bharadhar Sabha. So, you must take something. Господь – это тот, кто дает благословение. И вот в случае с Прохлад Махараджем, Прохлад более умен, чем Нарисимхадев. Он просит такое благословение, чтобы у него не было никаких... чтобы в его сердце не было никакой камы, никакого вожделения, никаких желаний. И вот Прохлад, он просит такое благословение у Господа, чтобы у него не было никогда никаких желаний, никакого вожделения не возникало в его сердце. Смотрите, насколько умен Прохлад. На Бенгале говорится, что те, кто служат Кришне, они очень и очень разумны. Very clever, very artful cleverness, how to start Guru Vaishnava, how to avoid Pratishtha, Vaishnava, material Pratishtha, this one kind of fine art. So Prahlad Maharaj is very clever. И вот Прохлад Махарадж очень умен. We can get, who is going to serve Krishna, who is the devotee of Krishna, very clever. Служит Кришне. Преданные Шри Кришне, они очень умные. Шрила Свая Махарадж, он очень умен, очень разумен. Он всех занимал служение. Он знал, как занять обусловленных душ в служении Шри Кришне, в Харинама Санкиртане. Обычные люди не могут этого делать. И вот сейчас я прояснил, что такое Вайшнава и Пратиштха, и вот эти два слова, то, что Господь, я твой, а ты мой, и между нами нет никакой корысти. Я не служу тебе в ожидании получить что-то взамен. Я служу тебе без всякой корысти, и это жизнь Шрилы Бхактидайты Мадхава Госвами Махараджа. Я сейчас говорю предваряющие вещи, чтобы вы поняли. И всю свою жизнь Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа, та шлока, с которой я начал, в практической форме, она олицетворена Шрилой Мадхава Госвами Махараджем. Вот Махарадж еще раз повторяет. Those who are going to give their body, property, mind, education, all. Те, кто отдают свою жизнь, образование, богатство и все остальное лотосным стопам Гурудева, они не ожидают получить что-либо взамен, и поэтому они настоящие гауди. А если мы просто будем носить тилаку и канхималу на шее, то этого мало, это не даст, мы не сможем стать вайшнавами, поскольку много анартх, нежелательных качеств внутри нас. На санскрите мы есть такое прекрасное слово. Вот Махарадж говорит,
Those were idiot, foolish. If some good advice one Vaishnava giving to them, you become very angry. Если дать совет глупцу, то глупцы не очень гордятся своим статусом и будут гневаться на таких, кто дает им какие-то хорошие советы. Итак, где бы ни говорил то, о чем говорит Шрила Прабхупада, то люди часто бывают, что недовольны этим. Это может трагедия для нас, что для кого-то, что всю жизнь надо куда-то, как сказать, переезжать с места на место, но для меня это почет. Мой Гурудев говорил, что если у нас есть возможность But if I want to serve right day exactly, they cannot allow me. They say, according to our desire, you have to. Whereas they cannot prove there is any defect in myself. They cannot prove. They keep silence. This is the condition of present. Srila Bhakti Didi Maharaj Maharaj, in his whole life, you can find Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, можно видеть, что его жизнь – это воплощение этой шлоки. И сегодня день ухода Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. И сегодня Вираха Махотсав. И что это значит? Что значит Вираха Махамахотсав? Вираха значит мы. Вираха это разлука махотсов, великий праздник, как эти взаимоисключающие понятия гармонизировать, поскольку с материальной точки зрения нет смысла в этом, поскольку вираха разлука значит боль, страдание от разлуки, а махотсов радость. Праздник. Я уже говорил, что Вишну Татва, она едина. Что, хотя внешне может выглядеть какие-то различия. Например, Кришна, он высший наслаждающийся, и также он самый отреченный. Кришна, он единственный наслаждающийся, и Кришна, он же самый отреченный. Как это понять, если у него есть такая непривязанность, абсолютная непривязанность, и в то же самое время он единственный наслаждающийся? Гопи, они спрашивают у Кришны. Ты брахмачари? Да, я луч из брахмачари. Да, вы можете идти, подойти к ему и попросить, что если Кришна луч из брахмачари, то ты можешь расступиться, и мы сможем пройти, чтобы служить Дурвасе. Он на том берегу реки находился, и вот гопи, они пошли к Ямуне и сказали, что если ты думаешь, что Кришна лучше из брахмачари, то расступись, и мы пройдем. И она расступилась. И вот они пошли к Дурвасе Муни, приготовили ему много подношений. Тысячи тарелок с просадом, они накормили Дурвасу тысячи блюд, и Дурваса ел, и все съел.
Как Махапрабху в форме Вишвамбара, он принимал все подношения, которые преданные подносили ему. Vrindavan that time from Imlitala Mahaprabhu going. Mahaprabhu leg me, Hare Krishna, Hare Krishna. And actually, one poor man from that side of river coming with rasa, rasa you know, date, khajur ras. You know? Tal ras, khajur ras, you know, with big pitcher, mud pitcher. Going. He's asking, you need rasa? Yes, I need Mahaprabhu speaking. You need rasa? That man asking. I have rasa. You need? Yes, I need. Then he pitcher put down. How you can take? You have any pot? Подобно, вот Махарадж пример приводит, что какой-то идет человек с горшком расы, то и... И кто-то просит расу у него, этот, как сказать... О, big rasa! After drinking rasa, they forfeit him. And price money? Money, I don't have money. I'm sannyasi. You don't ask money before. I have no money. Actually, that's like some of my... Махарадж рассказывает историю про Махапрабху, когда он куда-то шел, был какой-то человек с каким-то напитком в большом горшке. Он хотел его напоить, но не было никакого стакана, и Махапрабху взял и выпил целый горшок. И когда этот человек попросил деньги, то Махапрабху сказал, что он саньяси, у него ничего нет, надо было заранее предупреждать. Но там ученики, за ними идут, вот они заплатят. Ну, человек отпустил Махапрабху и стал ждать его учеников. Ученики подошли, и этот человек попросил денег. Сказал, что он напоил Махапрабху, он целый этот кувшин напитка выпил и... Сказал, что вы заплатите. А они сказали, что откуда у нас деньги? Если нашего гуру нету денег, то откуда они у нас возьмутся? И тогда этот человек подумал, что да, действительно, надо было сразу спрашивать. И он отпустил их. Но когда этот человек пришел домой, то в его этом кувшине он оказался полон драгоценностей. И тогда он понял, что Маха, это необычный саньяси был. И вот та шлока, с которой я начал, это шлока, она... И жизнь Шрилы Бхактидайты Мадхава Госвами Махараджа — это олицетворение этой шлоки, что он всю свою жизнь посвятил Гурудеву. До самого последнего момента своей жизни Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа он проповедовал против Майявады. И в том месте, где Майявада процветала, Панджаб и прочие эти районы, это место Майявады было. И там только Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он там проповедовал, он единственный, кто среди наших гуру-варги, он проповедовал там, он снова и снова ездил туда и принес бхакти в тот район, также в Ассам и северо-восток Индии, тоже очень опасные места. Там он проповедовал. Это очень опасные места там. И Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж без каких-либо удобств он проповедовал там. Because for preaching, you need Krishna Shakti.
Для проповеди прежде всего нужна Кришна Шакти. В Чайтанье Чайтамрите говорится, что Кришна Шакти Бина Нахи Праватан. Без Кришна Шакти, без энергии Шри Кришны мы не можем проповедовать. Если вы можете проповедовать. О качествах проповедника я говорил раньше и более подробно буду говорить о этой теме. Без Кришна Шакти мы не можем проповедовать. Если мы будем проповедовать силы, то проповедь — это не какое-то материальное искусство. Многие думают, что проповедь — это какое-то, как сказать, но искусство какое-то, но это не то. Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он начал проповедовать только по милости Шрилы Прабхупада. Шрила Бхактивиданта Сарасвати, он явился к нему во сне два раза, и то, что, как он проповедовал, это особый случай, и каждый не может проповедовать, например, какой-то попрошайка приходит к вам, если у вас самого нет денег, как вы ему можете что-то дать? Если вы сами, у вас самих нет денег, то как вы можете что-то ему дать? И поэтому в Чайтанье Чайтамрите говорится, что без милости, без Кришна Шакти никто, ни у кого нет возможности проповедовать. То есть без Кришна Шакти невозможно распространить Кришна Бхакти, и Гуру Варга, которые проповедуют сейчас, они не находятся с нами. У нас нет возможности спросить вопрос прямо, но я слышал, Гуру Варга спрашивал у нас, что и вот Гуру Варга, они говорили, что если они находятся где-то далеко за пределами Индии, то все равно они чувствуют, что сила Гурудева, она находится с ними. Шрила Бхакти Вайбав Бхакти Гурав Вайканас Госвами Махарадж, я говорил о нем немного раньше, он был пандитом при царском дворе, и в то время какие-то эти ну, какие-то люди, они потратили тысячи рупий на черную магию, чтобы ему как-то навредить. В то время тысяча рупий — это огромные деньги были. И он все равно, когда он сел на Вьясасану, он на санскрите говорил, то он молился Шри Прабхупаде, Шри Нарсимхадеву. И он говорил 2 часа Харикатху, и потом после этого те, кто колдовали на него, они пришли и начали просить прощения у него. Они хотели убить его, но они не смогли ничего сделать, поскольку когда он помнил Шрилу Прабхупаду, а Шрила Прабхупада — это Садгуру, если мой Гурудев Садгуру, если я вспомню его и говорю Харикатху и вижу его лотосные стопы, то я чувствую, что Гурудев присутствует передо мной. Да. В Чагде я говорил, и какой-то пожилой человек, кто-то видел, какой-то пожилой человек пришел из... Ну, видели, что какой-то
пожилой человек пришел, но как бы он был и не был. То есть его как кто-то видел, а кто-то не видел. Садгуру, он вечен. И если вы садшишья, вы настоящий ученик, если вы приняли прибежище у садгуру, и вы сами садшишья, то в этом случае вы можете чувствовать, что какая-то некая сила, она приходит к вам. Но это только в том случае, если вы полностью предались вашему Гурудеву. И вся наша Гурвага, у них есть особые качества, но они никогда не думают, что они, как сказать, они не думают, что они делают, они думают, что через них их Гурудев, и эта сила, которая исходит из того изначального источника, она через них она все это делает. И как понять, кто такой чистый вайшнав, кто такой садгуру, нужен Шрила Бхакти, да, это Мадхава Госвами Махарадж, он проповедовал в лесу, и сейчас, если мы отправимся в те районы, где он проповедовал, то мы не сможем проповедовать. Шрила Прабхупад, он когда путешествовал, он ездил в этих в электричках, и я тоже сейчас в электричках езжу, когда нужно, в таком, во втором классе. Ну, обычная индийская электричка. Я специально принимаю такие страдания, чтобы увеличить, так сказать, терпение. How much I can stand? No water, no prasada. Why we do Vrajamandal Parikrama? Почему мы совершаем Vrajamandal Parikrama? Чтобы проверить нашу силу, проверить наше терпение. Можем идти под палящими лучами солнца. Ah, Maharaj, 5 days prasada I could. You are not Vishnu. Maharaj, for 5 days, no problem, I keep myself. Mahaprabhu, if I speak, you can go mad. Махапрабху, как я аскезу совершал, если вы услышите, вы удивитесь. Однажды один преданный из Мамгачи, Говиндагуш, или как-то так его звали, он следовал Махапрабху. Махапрабху повторял святые имена, через Пичолду он шел, через Миднапур в Орису. И, и там однажды Махапрабху принял прасад в одном храме. Махапрасад, он всегда чистый прасад принимал, такой сатва, гуны. Они какой-то раджасический, тамасический, и я вот тоже я предпочитаю принимать Мамадху Кари. И вот Махарадж очень осторожен с едой, сном, ходьбой и прочим. То есть Махарадж очень много этих правил и предписаний, например, он никого никогда не касается, не ест. Много прочих правил. Но это не значит, что он не любит нас. Махарадж любит нас, но у него свои правила и предписания, которые он может обнять нас, но
как сказать, не... Но... Но тогда он не сможет говорить Харикатху. И вот... И вот однажды Махапрабху ушел с Говиндой, и Говинда в один день, я вот не помню точно, у того сывока, который шел с Махапрабху, но суть в том, что в один день, когда Махапрабху, он взял Харитаки, они шли, нечего было есть, и Махапрабху, он взял, съел там несколько Харитаки, и потом на следующий день этот сывок опять ему предложил эти харитаки, он спросил, где ты их взял, а он сказал, что я со вчера их оставил. То Махапрабху сказал, что ты, если у тебя есть склонность к накоплению, то... то ты не достоин идти со мной. И так этот сывок, он был вынужден оставить Махапрабху из-за того, что не смог следовать ему, его стандарту. И такой же случай с Шилой Мадхава Госвами Махараджем. Он всю жизнь совершал служение, но никогда не откладывал ничего для себя. Я слышал от Шилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджи, моего шикшагуру, он говорил, я был в Ассаме, он, Шилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджи, он тоже как бы с Ассама происходит, но... И вот однажды с Гурудевом они поехали в какую-то деревню в Ассаме. Она была в каком-то лесу, и какой-то бедный человек пригласил Махараджа к себе. Там комнат у них не было, они построили какую-то такую временную постройку. И также Шрила Бхактивиданта Вамана Махарадж, он тоже ездил, проповедовал в Ассаме, и однажды он останавливался в доме одного бедного преданного, и, а там крыша протекала, но этот человек... очень беден. Этот человек был очень беден, что у него крыша там протекала, и Бхактивиданта Вамана Махарадж, он слушал, сидел под зонтом всю ночь и повторял харинам. Ну, а потом этот человек, он впоследствии разбогател, и я знаю его сына, который рассказал, что эта история в его доме его отца происходила. Gosai Maharaj, Vana Maharaj, oh, nothing there. What to eat tomorrow? The neighbor thing. Prabhupada is there. I already told this kind of thing. When preaching going on in, you know, Bangladesh, you know, at present Bangladesh. Already here, already got, I think. Then all Sahaji are making one group.
И вот в Бангладеше, когда Гауди Мат проповедовал, то сахаджи там объединились и призывали людей, чтобы они никак не помогали Гауди Матху. В то время это Индия была, сейчас Бангладеш с недавних пор стал. И вот и эти преданные послали письмо Шриле Прабхупаде, что эти сахаджи, они объединились и всячески препятствуют нашей проповеди, они даже никаких пожертвований не дают, что же делать нам. И Шрила Прабхупада сказал, что там есть Ганга, там течет Ганга, вы можете пить воду из этой Ганги, кто же вас остановит, и проповедуйте, и автоматически все произойдет. И так один, второй день они только пили воду с этой Ганги, и потом сердца местных людей, они расплавились, они, видя, какие аскезы не соблюдают, они начали давать им много продуктов. И это зовется Садгуру. Садгуру, он никогда не идет ни на какой компромисс из-за каких-то негативных ситуаций. Это один из признаков Садгуру. Если вы хотите совершать баджан, то Садгуру, он лучше умрет, чем пойдет на компромисс с какими-то сахаджиями. Будьте внимательны, кто такой Садгуру. Он имеет прямую связь с Верховным Господом. И я также еще раз скажу, случаи, связанные с Шрилой Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджем. И вот Шрила Прабхупада, когда сказал, что вас никто не остановит от питья воды из Бури Ганги, и преданные когда начали делать так, и они увидели, что вся ситуация поменялась. Мы не можем даже представить, какие сложности были в жизни нашей Гуру-Варги. Бхактивалабха Тирта Госвами Махарадж рассказывал мне, что они были с Гурудевом в какой-то очень удаленной деревне в Бенгале, в Ассаме, точнее. Бхактивалабха Тирта Госвами Махарадж, он рассказал, что вот ночью мы приняли немного просада, и у них не было комнат, была какая-то постройка из бамбука. You are laughing actually. You come with me, I can show in Bombay. Yes, in every room.
Махарадж рассказывает, что там были такие ярусные кровати, которые сейчас в Бомбее можно наблюдать от недостатка площади. Такие, как в поездах, полки. И вот Шрила Бхактивилапха Тирта Госвами Махарадж рассказывал, что я спал снизу, Гурудев на верхней полке, и ночью я проснулся, слышу, змея ползет. Я думал, что если Гурудев со мной, то мне нечего бояться. Шрила Бхактивилапха Тирта Госвами Махарадж, он полностью предавшаяся душа, мы должны учиться у него самопредание. И вот он, и несмотря на то, что шакалы либо змеи были там, но он не боялся, поскольку Гурудев был рядом. Чего ж бояться? И однажды Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он решил, now manpower is very limited. I need to preach all among Assamese people. But we can do one thing. We can make two groups. Eh? In one group, you can go with this kirtan party, and this group. Namely, at a time we can preach in two plus. Massive preaching can be done. Huh? Yes, yes, Gurudev. Then one party going there. A Madhava Goswami Maharaj speaking Harigatha in Mahapet. Very nice. Speaking Harikatha, and one man, when Harikatha almost over, one man running with sweat and tears and rolling down his cheeks. Maharaj, Maharaj, what happened? They are big fighting. Why? И вот однажды какие-то эти жители из деревень, они напали на брамачари, избили их. И что случилось? К Мадхава Махараджу пришла эта новость, какие-то эти They only beat Buddha. They don't like to hear about Krishna. They beat. They're all blood coming, they're unconscious, they are taking to hospital. Where is hospital? Village hospital, almost nothing, no facility. Not even crepe bandage, nothing. И вот когда Мадхав Махарадж услышал эту новость, что какие-то люди избили брамачари, и эти брамачари практически умирают, то Мадхав Махарадж ничего не сказал. Он заплакал, слезы начали катиться из него из глаз, и он только сказал «Ха Кришна». Он только это произнес. «Ха Кришна» только. With exclamation, Ha Krishna, nothing else. Not going to file one diary. Он не пошел жаловаться в полицию, а просто сказал Ха Кришна. Но это было больше, чем достаточно. А там что случилось? Махапрабху послал какого-то бешеного лесного слона, и этот слон, он пошел и разрушил все дома, убил всех этих родственников, этих людей, которые напали на брамачари, а те, кто не нападали на преданных, а жили рядом, то их дома, и они сами не пострадали никак. И с тех пор эта новость разнеслась по всему Ассаме, что эти люди не поняли, что из-за того, что они сбили брамачари, они так пострадали. That is
И это было, как сказать, помощью в его проповеди, в проповеди Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа, такой негативный притчинг, негативная проповедь получилась. Мадхава Госвами Махарадж, он был очень прекрасен. Многие думали, что он сын Шрилы Прабхупады. Но Шрила Мадхава Махарадж, он смеялся и говорил, что это не отец мой, он мой Гурудев. Он был очень похож на Шрилу Прабхупаду. Иногда мы спрашивали у Шрилы Бхакти Кумуд Шанты Госвами Махараджа, он очень много шутил с нами. Мы спросили, мы хотели увидеть Шрилу Прабхупаду, но только фотографии мы видели, он уже ушел. И вот мы спрашивали у Шрилы Шанты Госвами Махараджа, что же делать, где же увидеть Шрилу Прабхупаду. Мы хотим увидеть пример Шрилы Прабхупады. И Махарадж сказал, что сидите, смотрите, например, во всем мире. Если вы выберете как самую прекрасную женщину, и если вы поместите в одну комнату, скажем, и Шрила Прабхупада будет там же. И вот пример в том, что если взять самую прекрасную женщину на свете, и если кто-то зайдет в такую комнату, где находится Шрила Прабхупада, самая прекрасная женщина, то взгляд любого человека, он будет привлечен Шрилой Прабхупады. Настолько он сияющий, настолько могущественный, настолько прекрасен. Понимаете? И вот это пример, как Бхакти Кумуд Шанта Махарадж, он такой пример приводил. А в Панджабе для Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа было возможно проповедовать там, чтобы разрушить Майваду там. Многие Майвади приходили к нему. Одно очень особое качество у Шрилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа. Никогда он, никто не видел его, как он гневается. Никто не видел, когда Шрила Бхактидайте Мадхава Госвами Махарадж гневен. Любой Майвади приходил, спрашивал какие-то бесполезные вопросы, если даже спрашивал, то многие разозлились бы на такие глупые вопросы. А Мадхава Госвами Махарадж никогда не жаловался, а всегда отвечал. И нам нужно такое же смирение, которое описывается в третьей шлоке Шикшаштаке. И тогда только мы можем победить всех ачарьи Майвады. А если мы разгневались, то они победят нас. Шрила Бхактидайте Мадхава Госвами Махарадж, он всегда с уважением, со смирением говорил со всеми, и никто не мог возразить ему ни слова. Это был его инструмент проповеди. А что говорить о нем и о его проповеди? Я слышал от моего Гурудева, что or very often, sometimes they call me from Punjab place, Bathinda, or you know Jalandhar. I go still. They calling sometimes. I cannot go from Chandigarh, but I cannot make up my time to go. So much there by. But when I go,
Когда я был в Панджабе, то старшие ученики Мадхава Гусай Махараджа говорят, вот Пандаджи там один есть. Когда я был там, он домохозяин, но я все равно прикоснулся к его лотосным стопам и взял его благословение, я никогда не думаю, что я саньяси. И вот он сказал мне, что в то время, когда Бхактидайта Мадхава Гусай Махарадж приезжал сюда, в Джаландхар, здесь Харикатха была 4 раза. Утром около 9 утра, потом в полдень, потом вечером и ночью, ну, ближе к вечеру, ближе к ночи. И Шрила Бхактидайта Мадхава Гусай Махарадж, он всегда приглашал своих братьев Боги на проповедь, но сейчас такого даже близко нету. Понимаете, что хочу сказать? Шрила Бхактидайта Мадхава Гусай Махарадж, он всегда приглашал своих братьев в Боги на проповедь. Он всегда приглашал Шридхара Махараджа, Джаджавар Гусай Махараджа и Санту Махараджа и всех остальных. И они вместе ехали и проповедовали. Сейчас такого нету. Если кто-то туда случайно заедет, то начинают возмущаться, что тут мое поле, чего сюда пришли. Это глупо. Is my zone. Why you come? By the mercy of Krishna, I come. I am not going to get money, and you cannot prove that I collect money. Nothing. What problem? You are speaking about Prabhupada. That is the problem. Я, то есть они во мне видят только одну проблему, что я говорю о Шриле Прабхупаде. Других проблем они не находят во мне. And speaking about their absolute truth, they want to prove all the time, but they cannot stand. But they like to prove. I am sitting here to speak about their absolute truth. Why should I hide? Follow what I say. So you see, Panjab, all Guru Varga way. One Guru Varga speaking in the morning time. All other Guru like Chatusan. One speaking 3 years. Another, he says, Sananda Sanatana, Sanatana speaking, he is here. And those, you know, what do you see? You know, Jadavara, you know, what is he? Oh, nine Navajugandhra. Navajugandhra, one out of Navajugandhra, the one speaking, Kobir, Hobir, Antarikha, Pipalayan. И вот подобно Нава-Югендрам, когда... Когда один из Югендр говорил, а остальные 8 слушали, и также когда Шрила Мадхава Гусай Махарадж куда-то ездил со своими братьями в Боге, то когда один говорил, все остальные слушали. И чистые вайшнавы, куда бы они ни шли, куда бы ни ехали, они всегда повторяют харинам. Куда-то едят или еще что-то делают, они всегда воспевают святые имена. Это главное учение, что мы должны всегда повторять святые имена и не забывать их. И вот Шрила Бхактидайта Мадхава Гусай Махарадж, он великая личность, он смог. Разрушить Майяваду в той области. Никого, кроме него, не было, кто мог бы проповедовать на этом поле Майявады. В Амритсаре он был, очень опасное место. И Махарадж, там не было никакого храма. Там Майявади только одни сикхи. И Махарадж, он
Остановился в одном храме, такой майвадский храм был, но что делать? Там другого ничего не было, и вот они собрали подаяние, приготовили и начали, предложили, приняли прасад, потом начали киртан, и Мадхав Махарадж начал танцевать в этом киртане. И панджабцы, они очень были вдохновлены его киртаном. И на следующий день в жизнеописании Шрилы Бхакти Валабхитирты Госвами Махарадж это описывается. Я написал об этом случае Шрилы Бхакти Валабхитирты Госвами Махарадж. На следующий день он спросил Гурудева, что все люди вот пришли и спрашивают, когда вы опять будете петь киртан и танцевать. И Мадхав Госвами Махарадж посмотрел на него и сказал: maybe he can come, maybe cannot come. This way, all massive pushing way on. Ну он просто посмотрел и ничего не сказал. И Мадхав Махарадж из-за того, что он проповедовал там, и поэтому много преданных с Панджаба появилось только благодаря его проповеди. А те, кто в Майваде, они знают, так, они очень искусные. И если с ними спорить, то они могут переспорить нас. Обычно люди не могут с ними переспорить их. У них очень много аргументов на все. Только если у нас мы получили полную милость Гурваги, то только в этом случае мы можем победить их. И Мадхав Госвами Махарадж он побеждал их и очень таким очень красиво, и они никогда не чувствовали себя оскорбленными. Они просто принимали его точку зрения, и один случай я могу рассказать. В Аллахабаде на Кумбхамеле тысячи людей пришли, чтобы принять омовение на Кумбхамеле в Ганганге. Бхактидайта Мадхав Госвами Махарадж. Он тоже открыл какой-то киоск там, палатку, и эти майвади. Если в майвади посмотреть на палатку майвади, то если туда пойти и посмотреть, насколько они богаты, то можно сойти с ума. Сотни тысяч людей принимают просад с этих, в этой палатке майвади. They are collecting rice, everything coming automatically. Are they also doing kirtan? Ultimately, actually, some Ramanandi group, some this group, that group, but most of them have. Anyway, they are going to organize some big dharma sabha. И вот все майвади организовали большую дарма сабху. All, you know, devotees come, big chant. From Mayavadi, и вот Baranasi, пригласили каких-то известных майвади, Карпатриджаники с Варанаси. Он был известен как лучший пандит во всей Индии. Я не хочу его никак оскорблять. Он соблюдал экадыши и прочее, был такой ученый пандит. Его отреченность, если посмотреть на нее, можно очень удивиться. Он никогда не ходил он ходил пешком только, никогда не ездил ни на чем. Он Карпатри, значит, он
ладони, и он ел, ел без каких-либо тарелок, он ел только со своих рук. Но я не прославляю его, а просто говорю, как он жил. Он был такой, такая отреченность, она в нашей Гауди Сампрадайе, она не одобряется. Но так или иначе, он был самым этим уважаемым пандитом в Индии и был президентом этого собрания. Много других великих саньяси с разных сампрадай было там, и с нашей сампрадай был Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, и все эти ачарьи, они говорили харикатху, лекции давали, точнее, и каждый пытался утвердить свою сиддханту. И потом Карпатри дал слово Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджу, чтобы он что-то сказал, и Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он начал говорить. И в то время Кунджуда Бхактивилас Тиртха Махарадж, он был с ним. Он сказал, что ты говори. И он начал говорить. И после этого он хотел сказать об учении Шри Чайтаньи Махапрабху, как можно получить, как можно обрести бхакти. Он говорил об этом, а потом Карпатри хотел что-то сказать. Он был президентом собрания, соответственно, последним говорил. И этот Карпатри начал говорить. И вот он говорил, говорил, и потом провозгласил громко, что мы слышали, слушали различную сиддханту от различных ачарьи, мы всем выражаем свои выражаем свое почтение, но я вынужден сказать, я сабапати, я, у меня нейтралитет, я, но я вынужден сказать, что с нейтральной точки зрения, что Шрила, то, что говорил Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, это наивысшее. И все начали аплодировать. И вот этот Карпатри сказал то, о чем говорил Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, это наивысшее. И хотя я, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, по милости Гурудева, он везде ему сопутствовала победа. И там, где были все побеждены, Шрила Прабхупад посылал Хайгрива Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. Он давал ему такие задания, которые никто не мог выполнить. Если Мадхав Госвами Махарадж куда-то отправлялся, то его миссия всегда была успешна. И за всю свою жизнь он никогда не говорил «нет». У него в словаре не было такого слова, только «да». Все любые сложнейшие задачи он исполнял Госвами Махарадж, и Апракрита Прабху его тогда звали, и Хайги Брамачари Мадхава Госвами Махарадж. Я не могу рассказать о всей его славе. И Шрила Прабхупад говорил о нем, что он подобен вулканической энергии. It's called fire coming. The Maharaj used to, Prabhupada used to speak, is volcanic energy. Hayagrip is volcanic energy. Never he is defeated. Never he feels, Maharaj, I have weakness. Today I'm tired. Never speak like that. Never speak like, Maharaj, today I'm a little bit sick, I cannot. No! Anytime anything spoken, yes, Prabhupada. Yes, all the time. Also, as per, you know, we can find common Niti Shastra.
И в Нити Шастре говорятся эти слова. Those who want to become a gigantic personality in this world, you can find their life, they already got victory over six points. But it is written ordinary Niti Shastra. Вот в Нити Шастре говорится. Sarvida dosaha purushena iha hatavya. Nidra tranda bhayam krodham avashyam dirgha sutrata. I can give the meaning, you can laugh. Что те, кто хотят стать великими личностями, неважно на каком поле деятельности, на поле бхакти или поле кармы, то они должны контролировать они должны быть избавлены от шести этих главных недостатков. Первое, они должны спать, то есть их сон, он очень под их контролем. Сон их находится под их контролем. Следующее, они не должны быть эти, как сказать, апатичные, ленивые или как-то так. Не должны бояться ничего. Потом не должны откладывать что-либо на потом, как это, литургия. И следующее. Не должны откладывать все на завтра, на потом. But you can find the life of those who are big personalities, sadhu. 3 o'clock, they jump from bed and start bhajan. You see, in the life of all big devotees or big personality, maybe the materially they are big, still, 4 defects they cannot have. Otherwise, they scientists. Ну, в общем, от этих всех недостатков нужно избавиться. Франкенштейн used to give whole of his energy. Франкенштейн. Дарвин. Up to his last moment, 90 years old, speaking. My life already gone. Whole life I'm busy. И даже среди ученых можно наблюдать такое вдохновение в делании чего-либо. Sometimes taking flesh. Not cooking. No time to cook. In forest doing research. Follow. This kind of life you can find in the life of all big man. Maybe they are not devotee. They conquer, you know, all the 6 defects. In the life of Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, 100% can look. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, можно видеть, что он победил эти все 6 недостатков. No time to take rest. Now, if you like to give answer, you can make hello, but that time no arrangement. You have to write later. In my own life also, previously I used to write so much later. Still today I'm writing. After writing, he type and send in internet. Whole night, Maharaj. So many people putting question. One night, if you write 20 letters, how I can you can get time to sleep? About Bhakti Pankuri Goswami Maharaj, you go through the life history. He's writing article. No time actually went to preaching. Now you have to write quickly. Tomorrow is the last day. We have to publish magazine. Maharaj. One brahmachari going to bathroom and find Maharaj light on. Maharaj,
И однажды Шивакада Шрила Пури Госвами Махарадж, он был редактором журнала «Чайтанья Вани», то какие-то брамачари ночью мимо проходили, спрашивали, что он не спит, а Махарадж говорит, сейчас я вот закончу статью редактировать, и тогда я пойду спать. Тут уже 2 часа, 3 часа ночи, опять спрашивают, что вы еще, что уже, арати еще не спали? Шрила Пури Махарадж говорил, что он не успел, вот статью редактировал, завтра посплю. И так ночью за ночью, так и... видели, что Шрила Пури Махарадж одну ночь не спит, вторую, третью, пятую, десятую, и так саду они показывают нам пример такой самоотверженной севы. И Кришнадас Бабаджи Махарадж, например, моя гурварга, они говорили, что они никогда не видели, что Кришнадас Бабаджи Махарадж, он когда-либо спал. Во всю парикраму он с самого начала начинал играть на вриданге и петь киртан. И так с самого начала до самого конца. И потом он садился повторить харинам, и всю ночь так повторял харинам. А кто-то спрашивал, вы спать-то будете? Ну, сейчас вот закончу и начну спать. Но так смотрели, ночь проходила, он не спал, потом следующая ночь, потом опять, и так он всю ночь харинам повторял. И если у вас будет такой вкус к баджану, то только тогда и тогда вы сможете... так же делать, но силой невозможно это делать. Это естественно должно быть. И так, однажды Брамачари Махарадж пришел с Хавры, Шрила Прабхупада отправил его, может быть, и вот пришел... И вот он приехал в 10 утра, скажем, поклонился Шриле Прабхупаде, это был Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. Шрила Прабхупад сказал, есть ли у него какое-то другое служение, а он сказал, что нету, но Шрила Прабхупад сказал, что хорошо, вот в 2 часа твой следующий поезд и езжай. И вот он только приехал, и в этот же день он вынужден уехать, и он был очень рад этому. Это и он сказал, что да, Шрила Прабхупад. И вот он принял омовение, принял прасад и поехал дальше. Многие во сне даже не могут представить такую, как сказать, такой распорядок. Он, Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он день и ночь совершал служение и... В то время можно было видеть в Гаудия Матхах практически ничего не было, даже посуды не было, одежды не было. И Хайгрив Брамачари, он... носил одну одежду год или больше, поскольку другой не было у него одежды. Даже не было у них двойного комплекта одежды. В то время они только начали проповедовать, денег совсем не было, я слышал. Someday, at least, you know, all duty, 3-4 place leakage. И вот однажды у него дути порвалось, ну, с нескольких сторон, что уже нельзя было одеть его так, чтобы не было дырок видеть с других сторон. И вот у меня тоже есть один хороший тюрбан, но все. Дырявый много где, но я не хочу его выкидывать, он мне нравится. Но если вот так завязать особым образом, то дырки не видны. И так вот Мадхав Махарадж также носил эти одежду.
но он был главным этим сборщиком пожертвований, и, но он никогда не жаловался, что я тут больше всех денег собираю, а у меня даже два доти нету. Он никогда не говорил так. И вот когда доти у него совсем было так порвато, что уже нельзя было его одеть так, чтобы не было бы видно дырок. И вот тогда он шел в Кунжоде. Кунжуда. И after that, finally, before 5 years gone, I completed it. They wanted to get their name in that book. But I don't do it. I was neutral. I only glorify the life story of Kunjavihari. It is raining. И вот я однажды написал книгу о его славе, о славе Кунжуды. When they find their name is not there, they don't feel. It is raining. Kunjada. Но она еще не опубликована. Махарадж может опубликовать ее в любой момент, и, но на Бенгале одна. И вот он был администратором Гаудия Матха. Он служил Шрили Прабхупаде, он был очень уважаемым человеком. И вот Шрила Бхакти Дайтамадава Госвами Махарадж пришел к нему и спросил, если есть у вас лишние доти, можете мне отдать. А то у меня вот совсем повод-то не так, что я тут больше всех денег собираю, нужно дойти, давайте. Так он не говорил, он очень смиренно. И все знают, что Шрила Прабхупад, он любил очень сильно Хаягрива Брахмачари. И кто-то, если кто-то что-то говорил Шриле Прабхупаде, они говорили через Хаягриву Брахмачари. Он говорит, что вы прямо можете сами сказать, но эти преданные говорили, что мы не можем к нему сами подойти, лучше вы, поскольку Шрила Прабхупад очень любит и уважает вас. И вот так, если кто-то хотел что-то сказать Шриле Прабхупаде, они говорили это через Хаягриву Брахмачари. И однажды Шрила Прабхупада позвал всех преданных, тех Брахмачари и Саньяси в Матх. Они все собрались, и Шрила Прабхупада спросил, какое служение вы сделали, какое служение вы любите. И вот он спрашивал у всех, какое служение вы любите, и Шрила Прабхупада получал ответы от всех, и последнего спросили, Хаягрива Прабху, какое служение вы любите больше всего, и Хаягрив, он ответил, о Шрила Прабхупада, любое служение в любое время, которое вы дадите мне, я люблю его. Любое служение, данное вами, оно идеально для меня в любое время. И я чувствую вдохновение совершать его. Я, подобно борцу, борцу за свободу. Во время освобождения Индии был такой Сурья Сен. И вот они собирались в лесу и проводили свои собрания там, чтобы вдохновить людей отдать свою жизнь за Родину. И так они спрашивали, кто же готов отдать свою жизнь за Родину. И каждый вставал и говорил, что он готов отдать свою жизнь за Родину. И так... Так они вдохновлялись, хотя это материальный пример, но он подходит. So you see,
И вот какую силу можно ожидать от Шрилы Прабхупады, поскольку если вот такие обычные борцы за свободу так говорят, а Шрила Прабхупада, он может освободить нашу душу навсегда, он может даровать нам бхакти. И какое же вдохновение мы можем ожидать от Шрилы Прабхупады? Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, что любое служение в любое время я готов совершать его. И Шрила Прабхупад дал ему титул, что он подобен вулканической энергии. И однажды какие-то преданные спросили у него через Мадхава Махараджа, когда же ему харинам повторять, поскольку весь день служением заняты и некогда харинам повторять. Но Шрила Прабхупада сказал, что мы все должны повторять лак харинама как минимум и не меньше. И тогда Шрила Прабхупада однажды ходил по балкону, повторял харинам, и Хайгрив Брамачари, он омахивал его апахалом. И вот Шрила Прабхупада ходил, он омахивал его апахалом. И он спросил, о, Шрила Прабхупада, есть вопрос к вам. Какой вопрос? Спрашивайте, что мои братья в Боге, они спрашивают вас, что вы дали нам наставление, что мы должны повторять лак харинама, да. Но у них времени не находят для повторения харинама. Весь день они севой заняты. И когда же найти время харинам повторять? И Шрила Прабхупада посмотрела на них и сказала: «А ночью что делаете? Ночью что вы делаете? Имеется в виду, не спите, повторяйте харинам. И никаких компромиссов. Если сейчас я дам какое-то наставление кому-то, то люди очень часто обижаются. Могут даже, как сказать, очень сильно обидеться. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: никогда не пытайтесь строить большие храмы, большие здания, поскольку вы не сможете ими управлять. Но в Бхагаватам мы находим, что Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве относительно бхакти, что мы должны строить великие храмы ради меня. Кришна говорит так, что вы должны строить большие храмы. А Бхактивинода Тхакур говорит, что нет смысла пытаться строить большие храмы и здания. Вроде как эти утверждения противоречат друг другу. Но что хочет сказать Шрила Бхактивинода Тхакур? Это применимо к нам, к обычным людям. Люди могут получить какие-то деньги и построить храм и заниматься бизнесом там, но поскольку не находят того применения. А Шрила Прабхупада почему говорит, что нам не нужно стремиться иметь много денег? Нам не нужно много денег, поскольку если у нас очень будет много денег, то мы можем возгордиться и оскорбить гуру и вайшнавов. Я видел, как это происходит. Это очень опасно, что некоторые, как сказать, могут внешне только выражать почтение, а все в сердце не быть этого почтения. Я сам видел, что какой-то старший преданный
с какой-то очень старший преданный был на собрании. That old devotee, sannyasi came. He is sitting because he was invited to speak. One Maharaj, you know, Maharaj, you will have to speak. Sam Baba can speak, you will have to speak. And Sabhapati comes. He is sitting for hours. Ultimately, don't allow him. Whereas he allow his all idiot disciple. Idiot disciple. Как я был на одном собрании, там был какой-то такой слишком гордый Сабхапати, который дал слово каким-то своим глупым ученикам, а тому старшему преданному он не позволил говорить Харикатху на этом собрании. И с тех пор этот преданный не ходит на собрание. То есть зачем вы меня пригласили на, как сказать, на собрание Харикатхи и даже 5 минут не дали сказать слово. И таким образом, как если кто-то очень, как сказать, богатеет, то его разум затмевается. Right application of that money. You can keep it with one businessman, you like to invest there. It is not your duty. You are acharya, you are actually going to sow. You are one kind of milestone, what they can learn. This is the situation, very sorry to speak. И вот Шрила Прабхупад, он никогда не шел на компромисс с чистой преданностью, никогда. Он спросил, а ночью что вы делаете? Повторите Харинам. Вы должны повторять Харинам ночью. Садхгуру никогда не помогает, Садхгуру никогда не позволяет и не помогает своему ученику уходить в майю. Он, с другой стороны, он помогает им выбраться из майи, поскольку это обязанность Гурудева, я много раз говорил. Сегодня, сейчас, по последние слова, поскольку немного служения в дальнейшем, и Шрила Прабхупад говорил, что единственная обязанность Ачарьи защищать Сиддханту нашей сампрадаи. Я много раз говорил об этом, еще раз повторю, что единственная обязанность Ачарьи защищать нашу Сиддханту, поскольку учение, наше Сиддханта — это наше сокровище. Какое богатство у нас есть, это Вани Вайбав. У нас есть огромное сокровище, наше Гурувага Рупа Санатана Джива Госвами. Мы очень и очень удачливы. У нас так много сокровища, какие-то деньги, доллары, это не... Они не могут спасти нас. Гурудев, мой Гурудев много раз говорил, что Матх деньги не спасут. Гаудия Матх может двигаться только благодаря принципам Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Такура. Гаудия Матх, он может только быть движим принципами Шрилы Бхактивинода Такура и Шрилы Прабхупады. Силой, властью, деньгами. Мы не можем поддерживать Гаудия Матх. Если мы это делаем, то он впоследствии разрушится. И вот в Южной Индии, например, никто не мог проповедовать. Это тоже место такое сложное. Шрила Прабхупад отправлял многих своих учеников туда, но они были полностью разгромлены там. Они говорили: «О, Прабхупад, невозможно тут проповедовать». И после этого Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж сказал, что, видно, мало усилий мы прикладываем, что не можем проповедовать там. И вот Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж говорил, что we can try again. Then Madhu Goswami told this,
After that, in Madras, prachar started. Preaching started. Now we can go and find Madras. You can not. И потом, когда Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он отправился в Мадрас, то там он смог проповедовать, и он... Но сейчас так получилось, что мат кто-то... Он... То есть только благодаря ему эта проповедь, она... стало возможно там, и он, Мадхава Госвами Махарадж, сказал, что я построил этот мат для тех, кто совершает настоящий баджан. И один случай был однажды, был Бабаджи Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, он жил с Мадхава Госвами Махараджем в Майпуре. Not even Kanishtha Adhikari. They are speaking all rubbish against Baba Ji Maharaj. Not doing any seva, only eating prasad. Baba Ji Maharaj would be chak. Someday speaking so rubbish, Baba Ji Maharaj could not ignore anymore. He just told, okay, I am not going to give him punishment. At least I have my right to leave my body. He go and lock the room and stay in room without prasad, without water. И вот однажды в нашей матхе один брамачари, как сказать, не поругался, а как поссорился с одним Бабаджи Махараджем, который долгое время там жил, и когда Мадхава Госвами Махарадж, он приехал, а Бабаджи Махарадж обиделся, закрылся в своей комнате, и три дня постился, и когда Мадхава Госвами Махарадж приехал, он первым, когда узнал об этом, он пошел в комнату Бабаджи Махараджу, поклонил, принес ему полный распростертый поклон и попросил: «О, Бабаджи Махарадж, я твой брат в Боге, твой старший, твой младший брат в Боге, мой сын, это твой сын, мой ученик, он твой сын, прости его, пожалуйста, я прошу прощения за него, он невежественный, он иначе я умру вместо него». И Бабаджи Махарадж тогда открыл дверь, и обнял его и простил этого ученика. Мадхава Госвами Махарадж был учеником, был ачарьей читания матха. Его выбрали ачарьей читания матха. Он не был... Он не хотел быть ачарьей, но его выбрали ачарьей. И можно видеть, что те, кто соблюдает настоящую брамачарию, те, кто получили полную милость Гурудева, может выглядеть они, как сказать, не очень, но какое-то сияние исходит из них. И вот Мадхава Госвами Махарадж, он куда бы ни шел, то он своим величием он привлекал всех, и эти люди, которые выбрали его ачарьи, они начали завидовать, и решили его изгнать из и лишить поста ачарья. И вот Махарадж сказал, что я никогда не хотел быть ачарьей, сейчас вы меня выбрали ачарьей, а сейчас хотите выгнать меня из матхи, конечно, могу уйти, но куда учеников девать? Те люди, которые выбрали его ачарьей, сказали: ну, это ваше дело, просто уходите. И вот Мадхава Махарадж был вынужден уйти со всеми своими учениками. Пытайтесь понять настроение проповедника. Я не говорю о какой-то сухой философии. Вы должны чувствовать это чувство, то, как, что случилось. И вот Махарадж, у него не было ни копейки в кармане, и он знал, что Кришна, который поддерживает весь мир,
то Он позаботится обо мне, и мне не нужно молить Бога о насущном хлебе, как это крестьяне делают, поскольку Кришна Вишамбара, Он поддерживает все вселенные, нас поддерживает. И в итоге Мадхава Госвами Махарадж, Он уехал в Калькутту, и там они арендовали какой-то магазин, точнее, такой был магазин, много лет он был закрыт, и, ну, как бы магазин, но толку от него не было, и он попросил хозяина этого магазина, они открыли, помыли его и позволили им там жить, и они жили в этом магазине. Все утром они ходили просить подаяния. И вот они так ходили, просили подаяния. Хотя бы по горсти риса каждый день, чтобы откладывали. И вот потом вот они ходили, так собирали рис и прочие продукты. То есть то, как они жили вначале. И кто как жил Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, его очень просто, очень бедно, как сказать, очень так аскетично. Но все же они проповедовали с великим энтузиазмом, и мы их дети. Я сын Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, я сын Шрилы Ачарьи Кешари, Шрилы Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа. Никто не может доказать, что я не его сын. Я открыто провозглашаю, попробуйте. Это не ложное эго, это настоящее эго. И таким образом на сегодня я хочу закончить. Я могу часы за часами говорить. И Кришна говорит перед Судама Випрой вот эти слова, что полное, что если Гурудев будет доволен нами, то настоящее блаженство, умиротворение придет к нам.